Всем привет! В этом видео я буду играть с Маргаритой или Ритой. Поздоровайся. Привет. Ну, да. Вот он. Привет. Давай начнем. Первый бой. Бери любого себе волчка. Так. Ну, то есть мы разделили вообще, как бы. Вы поняли, что мы разделили. Я беру Феостурануса, она берет Ахиллеса с атакующей штучкой своей. Пытайся запускать более-менее ровно. Вот поближе к арене. Как-то косячно, и я вылетел. Ну, окей, зачтем ей. Зачтем ей вам. Давай дальше. Я косячно запустил. Ну, ничего страшного. Я сильно запускать не хочу. Давай. Бери. Глайдер Октавора она взяла. Я возьму Супер Хайперина. Давай. Она цепляет. И погнали в пе. Вау! Ничего себе она. Выбила прям меня. Пя. Молодец. Да ладно, пусть там. Да не надо. Стой. Не вращай ее. Теперь мне ее ровно как-то нужно поставить. Ну, в принципе, но. Давай, бери следующую. Она берет Зенда, я беру Дьявола с ФП. Она в меня влетел Зенд. Ну, он такой гоняющий. Пытайся запустить в центр, ближе к арене. Ну, вот так вот. ФП. О, молодец. Ну, Зен, скорее всего, победит, потому что он более вынослив в битве с левосторонней. Так. У нас идет бой в центре ринга. Рита, твою, как бы, видно. Твою ногу видно. А сейчас? Ну, сейчас не видно, нормально. Так, сейчас бой идет. Я пока готовлю следующего. Так, как бы. Да нормально, все, все. О, вот, она победила. Давай дальше. Так. Кого дальше берешь? Она берет Рагнарька, я возьму кого? Хелиоса возьму, в принципе, на пе. Супер мощный удар от Кинга Хелиоса. От меня. Нет, все, ты глайдер Рагнариком играешь. Да. Типа, ты играла... Я. А? Что ты там сказала? А ну повтори. Да что там? Да нормально, давай, что так разлеглась тут. Меня этого видно? Видно. Вот видите, да, какая она? Вот специально лезет в кадр. Ну прям портит весь кадр. Не переживай, я тебя вырежу потом. На видео. Я не знаю, кто победил. Окей, дальше бери. Так. Бьорн, я возьму Валькирию. Валькирию. Попытайся. Подожди, не спускай. Насчет. Ну, по сигналу, в общем. Так, молодец. Сильно. И пытайся вот так вот немного. Не, вот, вот. Дай. А, ты правильно держишь. Окей. Окей. Так. Впе. Валькирия против Бьорн Хайперина. Я гоняю Бьорн в центре. И мне кажется, что. Пока Валькирия будет гонять, Бьорн сам остановится. Ну ок. Я уже выбрала мальчика. Уже выбрала? Кто же это? Кто же это будет? Я убью это, но ты ничего не заметишь. Ты ничего не заметил? Да, мне убью. Вау, и Валькирия побеждает. Бьорн даже не активировался. Ок. Дальше. А кто? Кёрт Сатан против Зенд Луцев. О, вариант Люцифера. Я сейчас запущу сильно варианта. Впе. Вау! Видишь, смотри, какие у него крылья большие. Ну ты пропустил. Вначале они прям огромные были. Так. Так, кто я выиграл? Не знаю, кто победит. Сатан или Люцифер. Оба защитные. Довольно хорошо защищаются. Нас побеждают. О! Вариант. О. Бери. Она берет Вулкана Хельса, я беру Темпест Дракона. Подожди, нет, я беру Спрайзена. Подожди. Где? Все, Спрайзен против Вулкана. А ты запустила в какую сторону? Мне интересно просто. Надеюсь, ты влево, да, запустила? Вот так. Не, подожди, ты влево же, да? Просто мне показалось, что ты вправо запустила. Вот. А нет, ты влево.
Ну, слабенько запустил, окей. Ну, слабый запуск сейчас тебе будет на пользу, потому что ты берешь Мираж Фафнира, а я беру Темпеста, так. Последний бой и решающий, кто же победит, так. Я или она? Вау, Фафнир прям подпрыгивает. Я подпрыгнула. Да. Фафнир, это самый, как бы, резиновый, поглощающий Бейблейд. Это вообще, Фафнир это вор. Вор в мире Бейблейда, ну ты это знаешь, да? Там их еще два есть. Да, еще два Фафнира. Нет, еще три Фафнира. Дрейн Фафнир, Гайст Фафнир, Мира. И Дизер Фафнир. Есть маленький, а есть средний. Нет, есть еще один, который примерно такой же по габаритам, как этот, но немного послабее. И она побеждает Сканера. Вот кто сильнейший блейдер мира. Вот вы думаете, кто сможет меня, кто же может меня победить? А вот это она. Это лучший блейдер в мире, короче, блейдерша. Ок. Да? Дай мне пятюню. Ну, вот. Ой. Здесь. Вот так. Бум, да. Пожмем руки. Все. И вот такое сегодня было видео. Ставьте лайки. Ну ты мне помогаешь? Ну, сюда. Вот здесь, вот рядом. Вот так. Вот. Ставьте лайки и подписывайтесь там канал. Вот. Вот. Она, короче, сделала вот так. Давай, вот. Короче, там подписка. Тут, короче, там тоже лайк. И, в общем, вот. Если хотите еще видео с ней, пишите в комменты. Обязательно с ним. Ну, всем удачи. Всем пока. До скорого. Пока-пока.